«Люблю тебя, мой край родной». Под таким лозунгом прошел творческий марафон в 32-й школе. Первый этап интеллектуального соревнования «Твои возможности» провели среди третьих и четвертых классов. 17 команд по 5 участников поборются за звание победителя. Ну, мы, конечно же, хотим занять первое место, но я пожелаю удачи всем остальным участникам, чтобы тоже заняли то первое место. Ну, мы очень долго готовились, упорно готовились, каждый день тренировались. Два события задали тему конкурсу. 80 лет Приморскому краю и Международный год языков коренных народов. Команда 32-й школы основательно подошла к подготовке. Учащиеся сшили национальные костюмы и выучили языки исконных жителей Приморья. Мы подготовили песни, стихи, будем рассказывать про знаменитые достопримечательности. Эта встреча соединила в себе знания и творчество. Турнир длился 3 часа. Дети подготовили театральные сценки и даже исторические доклады. Но для организаторов проверить познание детей о родной стороне не главная задача. А именно умение работать в команде. Вот создавать продукт в данной точке, в данное время. То есть никто не знает, кроме меня, какое задание будет на творческий этап. Результаты творческого марафона станут известны через неделю. Сама подготовка к соревнованию принесла плоды. Ребята признались, что открыли для себя много нового, чего до этого не знали о своей малой родине. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс.